Фигурное вождение, умение двигаться задним ходом и знание правил дорожного движения, посоревноваться за звание лучшего, смогли накануне водители троллейбуса, все те, кто решили поучаствовать в конкурсе профмастерства. В этом году его приурочили к праздничной дате. 70 лет прошло с тех пор, как на улице Кирова выехал первый троллейбус. За рулем троллейбуса Татьяна Муравьева уже полтора года. Карьеру свою начинала кондуктором, хотя всегда мечтала стать водителем. В соревнованиях профмастерства участвует впервые, и волнению нет предела. Хотя, говорит, все трудности в работе ей уже знакомы. Работа на линии намного сложнее, чем все эти упражнения. То есть там и погодные условия играют большую роль, и обстановка на дорогах. В этом плане, да, сложнее намного, чем вот так вот проехать. Заехать в гараж, объехать ямы, дать задний ход. Все испытания Татьяна выдержала достойно. В кармане второе место. Теперь через год снова собирается участвовать в борьбе за звание лучшего водителя троллейбуса. Тем более, что сейчас в своих силах больше, чем уверена. Смогла обойти 15 соперников. По словам организаторов, все они достойны называться лучшими. Если в течение года у водителей, которые участвуют на этих соревнованиях, не должно было быть нарушений трудовой, производственной дисциплины, аварийность. Ну вот по таким критериям выбирали. У кого были какие-то нарушения, мы их просто не допускаем до этого. Такого рода соревнования проходят в Кирове традиционно раз в два года. Именно столько времени, уверены организаторы, требуется, чтобы определить лучших из лучших и устроить для них своеобразные гонки. Екатерина Зубарева, Александра Летова, Бюро новостей Давича.